Привет! Если вы, как и я, устали от сложных игр и вам хочется простого веселья, да еще и вместе с другими игроками, то сегодня у нас на обзоре игра именно для вас. Это старая добрая Hide Online, в которой вам предстоит быть охотником или предметом. Вы на канале Alpha Android Games, и мы начинаем. Hide Online – это самый что ни на есть классический представитель жанра пряток на смартфоны. Игра настолько простая и увлекательная, что ее аудитория становится больше с каждым годом. Чтобы понять, как устроен игровой процесс, вам предложат пройти обучение. Хотя, как по мне, ничего сложного там нету, ведь в игре всего пара кнопок, если не считать джойстики для бега. Играть вам нужно за одну из двух ролей – это может быть охотник или предмет. Как понятно из названия, охотники будут охотиться, а предметы будут прятаться. Предметов охотников на карте будет поровну, так что игра более чем честная. Играя за охотника, ваша задача проста. Убейте все предметы до того, как выйдет отведенное время. Только не забывайте, что стреляя по неживым предметам, вы будете терять жизни. Конечно же, найти, где настоящие предметы, а где другие игроки, будет непросто. Но не переживайте, каждые 30 секунд у предметов начинается паника. Играет музыка и всплывают смайлики над головой. Правда, длится этот период недолго, так что постарайтесь вычислить игрока побыстрее. А если не можете попасть по нему, то просто используйте гранату. Но помните, что их количество ограничено. Если же вам выпала участь играть за предмет, то здесь все просто. Бегите, куда глаза глядят, выберите объект, что вам подходит, и превращайтесь в него. А после стойте неподвижно, только следите за таймером паники, ведь он может выдать вас на некоторое время. А если рядом будут другие игроки, то беды не избежать. Хотя с другой стороны, сбежать вы можете, используя превращение. У предметов, так же как у охотников, есть бонус. Это превращение в животных. Оно на пару секунд сделает всех ближайших охотников животными, и у вас появится время сменить внешний вид, а также занять новое место. А если сможете продержаться до конца раунда, то победите. Вообще, игра выглядит довольно просто, но это ее главная особенность, ведь здесь нет ничего лишнего. Хотя, конечно, разнообразия ради добавили целую кучу различных скинов, а также есть возможность выбора оружия. Правда, все это за реальные деньги. Ну или можете выполнять задания и получать за них сундуки, из которых может выпасть что-то крутое. Правда, если быть честным, то шанс на выпадение крутой вещи довольно маленький. А если вы надумаете поиграть вместе с друзьями, то можете создать свое закрытое лобби, в которое будет доступ только по паролю. Здесь предусмотрено все для максимально приятной совместной игры. И даже не забыли про некую пародию боевого пропуска. Он, конечно, немного другой, но тоже дает всякие бонусы в виде множителя монет, бесплатных кейсов и прочих ништяков, что помогут вам выиграть. Ну а вы пишите свое мнение по данной игре. С вами был канал Alpha Android Games, до встречи в следующем выпуске.